Привет, привет. Смотрите, какая красота. Идет дождь. Нас наконец-то покинула безумная жара, которая длилась, мне кажется, очень долго. Недели три точно. А последняя неделя так вообще была невыносимая. И сегодня за ночь у нас все поменялось. И у нас весь день, ну, с ночи, все утро, весь день идет дождь. И это так здорово, я прямо специально вышла погулять под дождем, наконец-то можно дышать свободно. Какое это удовольствие прогуляться под дождиком, когда можно дышать, вот этой 37-градусной жары нету, это огромное счастье. Нам дождик обещают буквально еще один день. И то не факт. А потом у нас опять восстанавливается летняя погода, но уже не такая безумно жаркая. Уже будут обычные хорошие температуры в районе 25-27 градусов, когда комфортно. Я надеюсь, так и будет. Давайте зайдем в Зару, посмотрим, что там новенького завезли из аксессуаров. Интересно. Thank you.
сейчас надо выбрать кафе какое-нибудь, куда можно сесть, выпить что-нибудь, кофе или лимонад, или еще что-нибудь. Просто посидеть на веранде, на террасе, как здесь говорится, и подышать воздухом спокойно. Спокойно и свободно особенно. Я выбрала такое местечко с плетеными стульями и лимончиками на столах. Лимончики натуральные. Я не знаю, что это они хотят сказать. Я спрошу у официанта, почему у них на столах лимончики. Видите, как не так много народу, людей напугал дождик. Но меня дождиком не испугаешь, я наоборот. Я обожаю дождливую погоду. Для меня это просто отдельный вид удовольствия, как говорится. Я спросила официанта, почему у них лимончики. Он сказал, это просто для декора. Это просто для красоты. Натуральные целые лимоны. Я просто заказала... merci beaucoup. Я просто заказала кофе с молоком. Так называемый кафе-крем. Я вам не советую заказывать во Франции капучино. Тут его делают очень странно. Прям очень странно. Поэтому это такая лотерея всегда. Лучше просить кафе-крем. Это будет что-то очень похожее на капучино, но с французским таким вайбом. А вот и покупка дня. Купила я эти колечки, которые были в Заре. Смотрите, какая красота. Это кольцо двойное. Я обожаю такие украшения. Оригинальные, необычные. Хотел сказать, не оригинальные. Именно оригинальные. Немножечко, конечно, пальцы не сходятся. Но ничего страшного. То есть, когда в движении, это совершенно не мешает. Вот это одно кольцо. А это второе. Для меня это просто бомба. Вот это, который двойное, сразу на два пальца. А это одинарное, но оно такое вьющееся вокруг пальца. Его можно по-разному носить. Я обожаю такие вещи. Кстати, на сайте этих колец уже нету. Я поэтому сегодня, когда увидела, прямо сразу взяла. И очень-очень рада. Это я буду носить однозначно. Можно вот так сразу два надеть. Но это прям когда совсем хочется выпендриться по-серьезному. Я буду носить по одному, но мне они очень-очень нравятся.